Сейчас мы вам пройдем с рим начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст щенка 6 месяцев, кличка малыш. На первом этапе заведите вот такой подсумочек, туда наложите лакомство и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм премиум класса, колбаска, сырок, печенье, то есть на что уже ваша собачка будет вестись. Хорошо, место. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно с ней поиграться, заодно подготовиться к отработке команды ко мне. Гуляй, гуляй. Ко мне. По команде «Ко мне» собака хорошо, должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Где там? На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует хорошо, собаку. Рядом. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Рядом. Команда рядом хорошо, подается рядом. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах хорошо, подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду хорошо, рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание команды хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Усложняем упражнения для собаки. Обходим вокруг собаки. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Сильно прессинговать собаку не нужно. Собака взрослеет 2-3 годам. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и все будет хорошо. Это глубоко еще щенок. Возраст щенка 6 месяцев. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличить. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние черн-часы до кормления. Желательно на первом этапе в дюйных местах без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один контакт. Усложняем упражнения, делаем обход вокруг собаки. То есть это мы отрабатываем выдержку у собачки. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, лежи. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Молодцы, хорошо, ребята. Хорошо, малыш. Молодец, малышек. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду «Место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «Место» от «Сидеть», «Лежать» или «Стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Усложняем упражнение, делаем обход вокруг собачки. Подходим и хвалим собаку. Повторили команду, огладили, хорошо, дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. После того, как провели занятия, собаке нужно дать разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Хорошо. В это время можно с ней и поиграться, то есть дать психологическую разгрузку собаке. Рядом. Хорошо. Гуляй. По команде «Гуляй» собака должна гулять. Ко мне. По команде «Ко мне» собака должна хорошо, подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. На первом этапе хорошо, отработайте команду рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте хорошо, команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. Хорошо. Затем основные команды рядом, будете подключать поэтапно. Хорошо. Рядом. При остановке по команде рядом собака должна рядом, сесть с левой стороны. Хорошо. Рядом. Рядом. Место. Это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 6 месяцев, кличка малыш. Свою работу окончил. Молодцы, ребята, молодцы.